Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Антон, а мы сегодня с вами продолжаем играть Mortal Kombat 11. Лайки ставьте, комменты пишите и поехали. Итак, Джейд против Джейд. Вот это да. Блин, мне на фоне на заднем показалось, как будто лежит виноград. Какой кошмар. Она тоже посмеялась над моей шуткой, да? Какая прелесть. Какая прелесть. На. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Не-не, похлебаську. Оба. С дубинки. Она же сейчас может, кстати, еще заюзать свою суперспособность. Нет, не заюзать. Поехали дальше. Нормально. Сейчас я ее... О, а вот так можно заспамить? Нет, нельзя. Ах ты, какая хитрая. Хоть тут и битва близнецов, но можно легко различить, за кого я играю, а кто против меня. Стой, 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 подожди, не надо юзать никаких способностей, просто люля получи и... Ах ты ж, падла, отдыхай, все, по зубам тебе. Когда нас призывают к высшей цели, мы обязаны откликнуться. Ты ответишь за свое предательство, Девора. Всего лишь ради выживания Улья. Тебе лучше бежать, Девора. Коталь мой. Фу, какая она мерзкая, эта Девора, пипец. Вот она этих глистов личинок там вся изо рта пускала, это пипец. Я думал, вот блевануть можно. Что-то, походу, долго мне еще винограда не захочется. Так, а ну стоять. И ведь кому-то же ведь еще эта Девора нравится. Она же мерзительная. Она же просто ужасная. Напишите, ребятки, в комментариях, что вы думаете по поводу Деворы. Это же кошмар какой-то. Не, ну некоторые любят же всяких там скалопендр, пауков там и так далее. Некоторым же такое нравится. Ну, значит, и Девора кому-то нравится. Стой, подожди. Нет, 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 я должен победить. Подожди, я должен победить! Не, ну это пиздец как нечестно. Гребаная стерва, собака, дрянь. На! Ах ты так, да? У тебя твои лапки, они какие-то вообще читерские немножко. Пора бы мне тебе преподать урок. Походу я проорировал первый раз вообще в этой игре. На 4-м выпуске только. Не, ну меня это просто забомбило. Она как будто, знаете, как будто Джейд приклеилась к одному месту, а Девора начала спамить ее. Мелко-мелко, такими не особо сильными ударами, но при том начала, как бы. И вот это, конечно, не совсем приятно. Прям не совсем приятно, я бы сказал. Так, ну теперь решающий файт. Если я сейчас проиграю, то, конечно, будет ужасно просто. Я буду очень буду расстроен и опечален этим фактом. Но хотелось бы, конечно, выиграть в идеале. В идеале хотелось бы, конечно, победить. Так, подожди. Ну, неплохо. Батя в здании. Если хочешь жить, скажи нам, где найти Шаукана. Точнее, батя в улье.
Тени моего прошлого. Девора сказала правду. У них численное преимущество. Дай мне несколько своих лучших солдат. Мы незаметно проникнем в лагерь и найдем Шаукана. Ты что, предлагаешь, очень опасно? Безусловно. Шаукан, колька-то трабахар. Вакхака-турк, вакхака-рида-котун-канак. Тохана, такана, акие тараката. Не, не. Тракати! No. Барга. It's all right. Все в порядке. Мы не причиним вам вреда. Мы ищем Шаукана. Пожалуйста. Нам просто нужно... Беги! За мной! Прошло столько лет, а ты до сих пор используешь других, чтобы улучшить свое положение. Я уже улучшил свое положение, Джейд. Прежде чем Шаукан возвысил меня, жители внешнего мира презирали расу Накнада. Теперь они боятся нас. Скажи мне, что это не прогресс. Ой, коллектор! Коллектор! Из каких должников ты долги выбиваешь? Из каких кредиторов, а? Коллектор. Почему у тебя такое название? Коллектор. Это же не смешно, реально. Блин, ну я думаю, если бы такие товарищи работали в коллекторской организации, то, наверное, все бы 100% долги возвращали за кредиты. Как если бы все такие коллекторы были. Так, ладно. Сейчас коллектор на костер пойдешь, который вон на заднем фоне. Понятно? За плохое поведение. О, а что с этим можно сделать? Стоп, подожди, не понял. Стоп, что происходит? Что это были за телепорты такие волшебные? Я что-то вообще ни хрена не понял. Это как-то все быстро пошло, а потом я уже потерялся. Потому что происходит на экране. Стой, о. Фига себе, жесткий коллектор.
Ай, коллектор. Такой коллектор вообще просто. Страх и уважение не одно и то же. Постройте их и казните. Это жестоко. Многие из них не сражались с нами. Среди них дети. Ты забыла, в мое время они примкнули к Мелине и восстали против меня. Это не те же Таркатаны, Каталь. Достойный Кан предложил бы им теплую руку, а не холодную сталь. Ох, а вот этот нежданчик. Джейд против бодибилдера. Так. Ну погнали. Надо ему сейчас показать кузькину мать, чтобы он не показывал, что он здесь хозяин, что он здесь главный. Нельзя казнить. Они хоть и зубастики, но они все-таки в душе-то, наверное, милые, правильно? Так что по внешнему виду нельзя судить. Давай, поехали дальше. Я тебе сейчас покажу таких лещей, что мало тебе не покажется, что мамка твоя тебя не узнает. Понятно? Хоть я и женщина, но я сильная. Так что получай леща. Так, стой. Ой, ну хорош ее пилить, блин. Милые бронятся, только тешатся. Есть такая, по-моему, поговорка. Твое сердце ожесточилось, Каталь. Я пришел слишком поздно. Вини себя в смерти старших богов, Рейден. Твои действия безвозвратно изменили золотой баланс света и тьмы, созданный Кроникой. Обезглавливание Шинока стало финальной точкой. Ты образец добродетели. Ты должна стремиться к победе над злом. Я подчиняюсь воле матери. Тебя породила Кроника, как моего брата Шинока. Он тьма для моего света. Природа требует равновесия, баланс безупречен. Ты отступил от своей роли, сделал этот баланс невозможным. Вот почему тебе нет места в новой эре. У вас ничего не получится. Каталькана схватили, Рейден. Объединенная мощь внешнего мира и преисподней будет держать ваши силы в страхе, пока моя мать не закончит свою работу. Не стоит недооценивать воинов земного царства. Легко объяснить твою привязанность к этим смертным. Они были хорошими душами. Зашибись, эти руки явное улучшение. Обязательно поквитайся с Ермаком, когда увижу его. Да, я уже позаботился, чтобы он получил свое.
Я представляю, как будущее я сейчас надирает кому-то задницу с помощью этого. Кэсси ведь сказал тебе, что будущее ты был призраком, не так ли? Звучит ужасно. Не могу себе представить, что стану марионеткой Шинока, но она говорит, что я и правда приду в норму. Пережитое терзало отца, но потом он... Ты встретил маму. Она вернула тебя к жизни. Любовь хорошей женщины. Звучит заманчиво. Она была всем для отца. Она умерла в прошлом году. С тех пор отец стал отшельником на ферме. Там он чувствует себя в безопасности. Вот так можно получить доступ к входящим отчетам. Проведи здесь, чтобы сравнить их с прошлыми отчетами. Программа сама выявит расхождение. Вот это я понимаю прогресс. Значит, я женюсь на вон той лейтенант-принцессе. А мне всегда нравились блондинки. Еще со времен Сьюзи. Донардо, третий курс. Поверь мне, ты знал, что делал. А эта женщина... Она просто нечто. Эй, у меня есть глаза. Как молодой ты, я торжественно клянусь заняться ей при первой же возможности. Что? Это наше предназначение. Выйдем. Как, черт возьми, вообще могла стать с этим парнем? То есть, с твоим отцом? Не могу поверить, что я это сказала. Слушай, мой отец не тот Джонни, которого ты знаешь. Он повзрослел. Я предпочитаю думать, что ты его перевоспитала. В детстве я сравнялась с обоих. Мой отец, твой дедушка, был моим героем. Он называл меня рядовой каламбур. Ты тоже меня так называла? Нам нужно вернуться к работе. Требуется биометрическая верификация. Личность подтверждена. Генерал Соня Блейд. Генерал Блейд? Отец бы мной гордился. Отвянь, старикан, я звезда. Это военная операция, а не съемочная площадка. Да, но я здесь лучший боец, а твоя дочь посадила меня за стул с малолетками. Наша дочь, командующий офицер. Немного сдержанности поможет заслужить ее уважение. А отец всегда говорил, голодные люди едят обед, а скромные подают его. Отец был полным засранцем, но Голливуд сделал нас еще хуже. Один Джонни Кейдж надирает задницу другому Джонни Кейджу. Как это прекрасно. Но костюмчик у Джонни Кейджа из прошлого мне нравится куда как больше. Он более каноничный, что ли, не знаю. Так, спокойненько. Да все, тебе ботяник сейчас урок преподаст, который на самом деле ты в будущем. Че это пипикнуло? Это у меня что пипикнуло? Или... А, у тебя часы, наверное, у Джонни из прошлого, да? Тихо, тихо, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Иди сюда. Стоп, а здесь разве ничего нет, что можно использовать? А я что-то думал, что есть что-нибудь здесь такое. Ну ладно, не страшно. Блин, он так сильно по яйцам врезал, что я прям на секунду даже забеспокоился, как он потом будет потомство производить с разрушенными коками. Фига себе, вот это брутализм.
Не, что это было? Вы это видели? Старикан только что надрал тебе задницу. Тебе просто повезло. Ты оставила меня умирать? Не поняла? Моя последняя миссия. Ну как ты... Черт. Нет, я не собиралась этого делать. Не сейчас, не с тобой. Проклятие, Кэсси, ты бросила меня. Чтобы спасти отряд. Таков был приказ. Кто, черт возьми, отдал тебе его? Ты? Прочтите отчет до конца, лейтенант. Перейти на красный уровень тревоги. Нас атакуют, повторяю, нас атакуют. Следуй за мной. Это просто чумовая пятница. Они попали нам в лицо, Джонни. Да, в лицо. Из-за него нас убьют. Забавный способ сказать «здорово, приятель». Я пытался сказать «прощайте». Как случилось, что такой милый техасский мальчик, как Эрон Блэк, оказался в одной постели с черным драконом? Старый, ты работает на Каталькана. Когда я выбираю сторону, это сторона победителя. Всегда. Ой, да ладно. Не до Роланд, не до Вестерн. Частые леща гребешь по полной программе. Так, подожди. Стой. Пора бы тебе уже показать, кузькину мать. Ты должен просто... Ой, подожди, стой. Я пока этот прием еще немножко не освоил, когда он начинает делать... Стройте себя мимо какого-то блена. А вполне, кстати, возможно, что первый раунд окажется за ним в итоге. Это вполне, ребята, реально. А, победил. Хорошо. Так. Блин, не то совсем. Я хотел сделать ему приемчик с этим, с домкратом.
Да, подожди, стоп. Мама тебя не узнает, отделаю тебя так вообще, что не узнает. Понятно, и папа тоже не узнает, и бабушка, и дедушка, и сестры, и братья, и кузены, и дяди, и тети, и все. Твой выбор неудачен. Касси! Касси! Соня! Breathe, kiddo. Дыши, малыш. They took mom. Они забрали Sonya. Маму, Соню. I'll get her. Я спасу ее. Can we find out where they've Мы gone? Можем узнать, куда они направились? Tarmac B. Ангар B. On it. Понял. Keep her safe. Береги ее. Уведите ее. Я тоже так могу. Пришлите другую машину для эвакуации. Ловяная башка, ты не продержишься так долго, чтобы твои дружки... Джонни Кейдж, Сайрекс победил тебя, когда ты был моложе и сильнее. Поскольку я более совершенный, чем он, то я готов. Ты забываешь, что я победил щенок, тет-а-тет. Ой, погоди. Ты же был мертв, когда это случилось. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.